Красноярский спецназ наркоконтроля в Покровке штурмом взял дом цыганской баронессы, торгующей героином. Бойцы ворвались в элитный коттедж с разных сторон, чтобы цыганка не успела избавиться от наркотиков. Вот как это происходило. Бежать, полиция, всем! Чисто. В результате спецоперации, кроме 47-летней цыганки, возглавлявшей один из самых крупных наркокланов Красноярска, задержан также ее 21-летний племянник, изъято 220 граммов героина. Как признаются полицейские, сделать это было непросто. Цыгане реализуют наркотики, что называется, из рук в руки, и соблюдают серьезные меры конспирации, торгуют целыми семьями. Практически все дети и родственники этой женщины уже в местах лишения свободы. На этот штурм полицейские решились, собрав серьезные доказательства. Наркобаронесса и ее племянник работали в группе, сбывали героин по следующей схеме. Племянник приезжал к своей тетке, приобретал у нее партию героина 40-50 граммов, затем сбывал розничным клиентам, а те уже в свою очередь непосредственно наркопотребителям. В ночь задержания произошло все ровно так же. Он приехал к своей тете, приобрел 40 граммов героина, отправился к себе домой, но на пути следования был задержан наркополицейскими. В ходе личного досмотра эта партия героина была изъята, а в ходе обследования арендованной квартиры, в которой он проживал, был изъят еще несколько разовых доз героина. На период предварительного расследования они будут находиться под арестом, грозит до 20 лет лишения свободы.